Я до этого всю жизнь сидел на лавке, один пил. Спасибо вам огромное. Я был так счастлив играть с вами в футбол. Бегать так быстро, как в детстве. Я бегал так быстро, как в детстве. Я так рад был играть с вами в футбол. И когда вы кричали: «Молодец, Тихон! Тихон, давай там!» Так это было все хорошо. Такого взаимодействия социального у меня не было никогда, да, со времен моего детства. А все мои друзья детства уехали, кто в Москву, кто в Петербург. Все уехали в Москву и в Петербург. Абсолютно все. Абсолютно все. Абсолютно все. Все знакомые, друзья, все, все, все. Я это не преувеличиваю, это так, это факт. Я один остался. Все уехали. Все, не только друзья, но и знакомые даже. Которые, они все уехали отсюда. В Петербург, в Москву. Там остались, там нашли себе место. Но они не остались здесь. Я не знаю. Здесь очень холодно. Я одет в теплую одежду. Сейчас вторая половина мая. Здесь очень холодно. Очень холодно. Нет ничего лучше, чем то, что мы повстречались с вами. Это записано ВКонтакте на стриме, как я начал петь, и вы начали флексить под мою музыку, под мои песни, под мое пение, точнее. Я просто из головы это сочинял, вообще из ничего, не преследуя никакой цели. И вы позвали меня гулять, точнее, играть в футбол на поле посреди дворов, вокруг дворы, дома с окнами. Все просматривается. И вы так рады мне. И я рад. И вы так рады мне. Вы все так рады мне. Но я чувствую, что я нахожусь у обрыва. Ко мне подходит один из ваших родителей. Вас сколько там? Много человек. Один из ваших родителей агрессивный, быдлан, неадекватный будет, может быть, оказаться стереотипный. Подходит ко мне, хватает меня и бросает в обрыв. Снова я одинок, разрушен морально, психически, физически. Он и физически меня будет бить. Просто ни за что. И скажу: здравствуйте, меня зовут Александр Аленин. Я даже не знаю, что сказать вот быдлану, который ничего не слушает, кроме силы. Ничего не понимаю. Я не знаю, что сказать. И я останусь снова один, еще и избитый, и уничтоженный морально, запуганный. Это может произойти в любой момент. Я понял по комментариям, что не надо влезать в разборки этих пацанов. Хоть у меня эмпатия сильная, я сочувствую тому челу, которого этот подонок обобрал на 37 рублей. Но я понял, что не надо влезать. Но
Этот город, он все делает, чтобы мне было плохо. Здесь очень консервативные, стереотипные люди. Я не знаю, что делать. В итоге я останусь один. Все, кто меня знают, это люди, которые разбираются в людях. Это один из них имеет IQ 120 и совсем не отличается масляными речами, а говорит только правду. Мой начальник и прочие, они люди с характером, сильные мужчины. Они видят сразу, кто есть кто, кто есть педобир, кто есть наркоман, кто есть еще кто-то. Они все сразу видят насквозь. И они видят, что я хороший парень. Я не могу описать всех слов, которые они говорили добрых обо мне. Что я нормальный пацан. Нормальный, хороший парень. И вообще даже начальник сказал, что он мне не начальник, а товарищ. Но как это объяснить? Когда на меня нападет кто-то из их родителей, из этих ребят. Просто так. Просто так. Вот он, допустим, пьяный будет, или под солями, или еще чем-то. Я не знаю. Просто статистика в нашем городе, что каждый второй, ну, из 10 человек, 3 или 4 или 2 под солями. Допустим, он нападет на меня просто и зарежет. И все. И все. Просто потому, что я поиграл в футбол с ребятишками, которые рады были со мной поиграть. Я не знаю. Вот так закончится моя жизнь. Ну и пусть так. Хотя вообще-то ранение в живот ножом – это мучительная смерть. Я не хотел бы так умереть. Вот я абсолютно, моя тревожность, тревожная депрессия, вот такое видит.